Бамовское, как называют его в народе, или озеро в парке Дружбы народов, начало свое преображение. Там срезали трехметровый камыш, скосили траву, спилили старые ивы. На всю эту красоту экофонд выделил 50 тысяч рублей. Работу проводит предприятие «Коммуналдорсервис». Скоро специалисты углубят русло ручья, которое питает озеро водой, чтобы любимое место отдыха радовало бендерчан еще долгие годы. Еще недавно здесь были трехметровые камыши и трава по пояс. Несколько дней работы коммунальщиков, и картина на озере микрорайона Солнечный изменилась. Камыши срезали, траву скосили, заросли старых ивовых деревьев проредили. Вывезли более 100 кубов растительного мусора. И это еще не все. Совсем скоро здесь будет работать тяжелая техника. Мы уже будем делать работы по углублению русла. Русло именно ручья, который впадает в это озеро, который питает это озеро водичкой. Вывоз этого ила, скажем так, или земли, которую вот мы его не будем производить, мы будем его просто проводить дамбу для того, чтобы, допустим, когда проходит дождь, чтобы не замывалось, не наиливалось на этот ручеек. Чтобы начать земляные работы, коммунальщики ждут добро от электросетей. Местность буквально пронизана электрокоммуникациями. Через неделю-другую озеро полностью приведут в порядок. Не очень красит камыш озеро, честно. Ну а так гораздо благоустроенный вид. Очень хорошо смотрится. И отдохнуть есть где. Я думаю, что за такими местами должен быть должный уход. Такую генеральную уборку территории здесь не делали лет 10. Не хватало средств. В этом году из экофонда на эти нужды выделили 50 тысяч рублей. Наталья Сучкова, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.